Аннасио, Чунанки Тимда. Сегодня я покажу вам, как слепить вот такого милого мишку. Все довольно просто. Берем акригель, капельку гель-лака и смешиваем. Смешиваем цветом, который нам необходим. Смешиваем очень хорошо, усердненько, чтобы не было никаких прожилок. Снимаем с типса липкий слой. Наносим апельсиновой палочкой на типсу. Затем смоченный обезжириватель кисть распределяем по типсе. Формируем тельце, формируем ушки. Просушиваем в лампе приблизительно 1 минуту. После полимеризации обезжириваем мишутку и приступаем к прорисовке мордочки. Для начала мы оформляем ушки, затем идем рисовать от мордочки, и только после мордочки мы приступаем к глазкам. Мордочку прорисовываю гель-лаком, не гель-краской. Дальше, приступая к носу, носик уже прорисовываю гель-краской. То же самое касается и глаз. Я прорисовываю прерывистой линией по контуру типса. Чтобы завершить наш дизайн, необходимо покрыть топом. Я перекрываю топом без липкого слоя, довольно жидким. И сушим, наконец, всю эту красоту. Всем спасибо за внимание. Я пока на данном этапе только тестирую YouTube. Надеюсь, вам нравятся мои ролики. Если это так, то ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Также в описании есть все ссылки на мои другие соцсети.